Южной Америкой, заброшенные туда по приказу спецотдела без имени. По приказу человека, отправившего на верную смерть не один десяток бойцов. Хотя в определенном смысле жизнь налаживалась. Походу, этот Эквайр крутой спец ЦРУшный, раз один тут исполняет. Ага. Не нравится мне это. Совсем не нравится. Эй, тебя Флинн зовут, да? Расчетное время. Флинн! Эй, пилот! Ау, чувак! А, черт, я только... Погоди, чувак! Кажись, я сигареты потерял! Сейчас! Гребаный вторник! Вечно по вторникам все из рук валится! Когда мы наконец доберемся? Всего пару минут! Ядрен батон! Черт! РПГ! РПГ! Да, я видел! Блин, что за нахер? Хреновый у русских РПГ! И это круто, чувак! Был бы наш Джевелин, пришлось бы финт ушами сделать! А нельзя тупо высадить нас где надо, пока я твоим ушам сам финт не устроил. Есть! Как прикажете, босс! База «Призрак» на связи! Подтверждаю курс на высадку 6449! Приветствую всех зрителей канала в игрушке Battlefield Bad Company 2. Так, а где это мы с вами? А хер его знает. Наверху. А здесь нету наверху. Этого? Че наверху? На тап цели посмотреть, куда нас забросили. Так, че по... Ага, оружие из предыдущей миссии. Ну, это хоть что-то хорошее. В коде, насколько я помню, там... Вроде как... Ладно, все за мной. Смотреть в оба. Или я ошибаюсь? На каждую миссию свое дают или нет? Так, а нам люлей-то здесь не ставят? Там что-то красные треугольнички какие-то. Походу, наш клиент отработал. Весьма недурственно, кстати. Тебя никто не спрашивал. Че там, сержант? Двигаемся. Дистанция 5 метров. Туда. Че по стволам? РПГ взять не могу. О, чувачок, там что-то расслаблено. Гуайра там. Адская перестрелка. Видать, тут и люди Гуайра. Чё-то приуныл пацанчик. Так, блин, хер его знает. Пока что меня дробовичок устраивает. Думаю, можно будет оставить пока его. Два трупа. И все. Зря время теряем. Стоп, стоп, стоп. Вашу мать, он же труп, ядрен батон. Мы что, будем сидеть, ждать, пока горе-эксперт доложит то, что мы и так знаем? Эгвайр жив. Иначе бы они по-любому забрали трупы. Точно, это подсказка. Наверняка Эгвайр оставил. Вроде совпадает по сетке. Значит, нам нужно идти вверх по течению. Ладно, вызывай Флинна. Флинн свалил, Хэк. Час от часу не легче, блин. У нас гости. Что-то у них с тактикой проблема какая-то. Выбивать спиной дверь и потом заходить. Пехота на 12 часов. Так. Принял. Готовься к бою. Готовься к бою, говорит. Охренеть. Так, а что, с этой стороны никак, что ли, заборчик? Держу прицел. Блять, он в Вадике, нихера себе. Это что за новый... На тот момент новый стереотип? Или мне показалось? Или это какие-то из 90-х, ребятки? Как их там, блядь? Челноки.
Да ты охренел, блядь. Я так понимаю, что эта миссия будет такой же, как предыдущая. Ну, давайте повторим. А, так тут с двух сторон. Все, понял. Пехота на 12 часов. Так, принял. Так, ну ладно. Не-не-не. Мне с той стороны понравилось больше. А что, второй раз не слезет отсюда, что ли? Блёт. В предыдущий раз поинтереснее было. Как-то не хочется попадать себе под перекрестный огонь, поэтому... А, серьезно, они все это время делали вид, что стреляются. Куда он там? Ёк! Что это за хрень, блядь? Кто вообще прилетает? С этой стороны вроде ничего нет. О, нормас. Я так полагаю, что сейчас и здесь меня разнесут. Это ствол чей? Так, здесь такая очень неплохая позиция, скажу я. Какого хэ ты тут сидишь? Это свой? Нет, это чужой. Ну, заманчиво. Как раз таки после того, как я в предыдущей серии говорил про стрельбу на дальнюю дистанцию. Ух ты, блядь. В чем разница? Кто стреляет? Не, я так думаю, что стоит попробовать. 104. Ох, нихера. Да какого х... Вы, может, попадать-то начнете, нет? Кстати, прицел классный. Стационарный. Так, у них что там, бесконечный спаун, что ли? А, я так полагаю, надо все-таки мне проходить вперед. Че, сука? Опа! Какой борзый молодой человек. А у него, судя по всему, тоже пулеметик. Надо бы дойти до него. Ага, перезарядки нет, потому что патронов нет. РПГ сверху, снять его! Под болят. У них тут у всех, что ли, РПГ? Кто это? Что происходит? А, там этот приплыл. Чё за херня? Тут обстрел как будто из миномета, блин, по поверхности земли. О, а вот это мне надо. Сюда? Вот это. Ой. Ниф-ниф, стоп нахуй, блядь. Охерительное прохождение, конечно, скачешь тут. Так, где этот падла? Да охренеть, с чего они там валят? Так. А хотя... Сейчас попробуем.
Кстати, снайперских винтовок что-то не наблюдается, я так обратил внимание. Да ладно, ты сюда попадаешь, что ли? Все, кажись, готовый. Ладно. Я тебя понял. Так, по всей видимости, я завалил водилу. А, и все? Это была контратака? Один катер приплыл. Это что за... Допустим, мы хотим найти коробочку. Самое интересное, что по зданиям нету оружия. В колде такой херни не наблюдалось. Там можно было зайти, что-нибудь взять себе другое. Если уж совсем скучно. Ну, войти, ничего. О, а вы откуда взялись? Не люблю я реки. Ничего себе, еще и мы плаваем. А чё, а я стрелять не могу. Как думаешь, Брэд вот нам все говорит? Страшно мне знать. Я пехота, а не долбанный спецназ. Просто делаю свое дело. Ладно, у меня есть идея. Эй, да не виляй ты. Все в ажуре. Не, ребят, послушай. Стоп. Если на нас напали военные, они должны состоять на довольствии. У кого? Верный вопрос. Думаю, у кого-то, кому нужен... А я могу выйти? Блин, там какой-то ствол нарисован. Причем как раз таки там на карте имеется в виду. Как раз таки там, где я сказал, что стволов нету. Походу, я что-то интересное брал, ладно, хер себе. Ну, жалко только, что, блядь, нормального катера у нас нет. На херне на какой-то плывем. Не помню, как они называются. Блин, ну очень сильно напоминает мне все это дело. Третий Warfare, если не ошибаюсь. О, блин. Сверху, все. Сверху, чувак. Ты видел? Птицы, наверное. И пятый. Может. Просто Call of Duty 5. Чувак, я точно что-то видел. Да ты слепой просто. За нами следят. На кой ляд они за нами следят? С такой и компанией я бы нахрен... Прострелил себе голову. Или им троим. Ну, не знаю. Дерьмо какое-то. Марло, выведи нас отсюда. А в Battlefield 2, насколько я помню, и в предыдущих частях, каждый солдат там отвечал за что-то свое, типа там за медика, за инженера и так далее. О, зашибись, приехали. Так намного лучше. Выходим, идем пешком. Когда-нибудь приедем. А здесь и хер пойми. Вроде как Warface у нас продолжил эту херню. Эту тенденцию. Еб! Блядь, они реально вообще без руки. Просто... О, красава. Втроем стоят и по итогу у меня и прошили. Какой хер вы мне нужны вообще, ребятки? Блин, как я забыл уже эти старые шутеры, где ты просто все и вся. И команда дебилов с тобой. О, нихера, это с чего это ты там? О, пулеметик. Я видел, тут еще один выпал. Ну-ка, дайте-ка мне его сюда. Ничто не разгоняет, так. Небольшая засада. Ох ты. Как голова, сержант? Давайте просто найдем гребаный ящик, пока
А где он же что-то скинул? Я же видел парашют. Или мне показалось? А, вон, что-то есть. Так, вот опять-таки какой-то ствол здесь изображен на карте. Что за хрень? Вроде аппаратура наблюдения. Уничтожить. Это что? Блин, ну хер его знает, пускай будет что-нибудь. Установи заряд. Семьдесят пять патронов или, блядь, пулемет на 600. Очень интересно. А хотя, может быть, вот так лучше сделать. Где мой пулемет? О, другое дело. Винтовочка и пулемет есть. Хотя там еще по ящику надо посмотреть, что это за ящик, что он там все скинул нам. Типа у калаша лучшего? Что? Блин, ну ладно, хрен с ним. Потом менять его у любого такого ящика, ясно? Да, сержант, спасибо. Я не знал, как они действуют. Призрак, груз получен. Блин, ну вроде бы это винтовка, блин, с одной стороны. А с другой стороны, какой хер у нее коллиматор-то? Где снайперский прицел? Где хорошая оптика? Что там происходит? Кто-нибудь что-нибудь видит? Я ничего не вижу. Нихера себе. Так, там, по всей видимости, свой. Но здесь хер его знает. А вы с кем там перестреливаетесь, ребятки? А, бля, подствольника-то у меня нет. Где по карте, там еще один ублюдок остался. Надо шевелиться, если хотим найти Игуайра. Ну, Хэви его знает. Дай-ка вот это. Так, стандартный прицел. И есть этот. Подствольник. Бля, тут свой. Блять. Ну, главное, что ствол открыли. Погнали дальше. О, да ладно. У нас что-то есть. Неужели нам дали нормальную... Интересный момент. У меня чувак и за рулем. Что это у нас? Подствольный гранатомет? Не, ни хера не подствольный, стационарный. Кажись, на лодке дальше не пройти. Полная засада. Это что, лесопилка? Игуайр наверняка сюда пошел. Странно, что никого не сбили.
Так, теперь основной второй у меня пулемет здесь. Ну вот так давайте сделаем. Нет. Все-таки давайте вот это. Вот здесь прицел поинтересней. Все отлично. Так, справа у нас есть еще один тайничок с оружием. Опа. Че, кто? Стой. Да как ты близко подошел к нам? Охренеть здесь этих тайников. Ну что ж ты так спиной-то поворачиваешься? Это что у нас? Что такое? А, мы потихонечку набираем свой набор оружия, все понял. Пополняем, так сказать. Так, здесь у нас что? А что не подписано, что это такое? Что? Ебать! Это что было? Что ты себе позволяешь? Ну, твою мать, друг твой прибежал. Это я понимаю, чуваки сквозь стены видят. Что, блядь? Бля, в упор стоит, стреляет, охренеть. Тут я встрял, конечно. Это он с гранатомета сейчас простреливал или мне показалось? Так, давай пулемет. Потому что что-то их слишком до хрена, у меня не хватает скорости перезарядки. Так, вижу. Бля, там сука тоже с пулеметом сидит. Так, ты давай-ка пока расстреливай его. Так, это тоже свой. Нихера себе, он там прошивает. Понятно. Я нихера ему не прострелю. Так, давайте-ка я в обход. Батлу вторую напоминает мне все это. Так, где-то здесь тоже ствол, который я не вижу пока что. Тут же какой-то тайничок должен быть. Что? Что? Болят. Ну, как вариант, можно было бы... А, он же не залазит, да? А, что, сука. Чё, в обход? Это вы не намного мы продвинулись-то.
передохни немножко. Отличный выстрел! Пошел нахрен. Ой, это что такое? Это что такое? Подствольного нет. Глушитель. Укрытие! Ну блин, ну ладно, пускай будет где-то там в арсенале, потому что пока что меня все устраивает. Блядь, санный пулеметчик. У них анимация такая запоздалая. Сука, на пулемете уйти. Давай в эту сторону простреливай. Давай как так. Ну-ка, отвлекайте его. И дел-то. Он тут типа с калашом сидел, что ли? Чё ты не залазишь на брёвна? Я хочу попаркурить. Так, вроде никого нет. Поселок боит. Жизу. О, нормас. Взял снайперку. Потом, что у нас есть тут карта, мы не туда повернули. Я не знаю. Благословение вы все или кара. А вы что там расслабились-то, ребятки? Так, а вот вопрос. Смогу ли я обойти их отсюда? Что за херотень? Теоретически смогу. Я надеюсь, здесь нету никаких... Уху! Нихера себе. Все, я вас понял. Блин, вот в этом плане мне намного больше нравится тот же самый Far Cry, потому что там полная свобода действий. Откуда хочешь, оттуда и иди. А будем пробовать. Стопэ. Невидимая стена. Сука. Иди, говорит, прямо вот так вот, чтобы тебе люлей вставили, чтобы я ощутил, ах ты, сука. Ну, мы же должны были с вами проверить это. Так, на правой стороне вроде никого нет. Это точно русские, чего они там орут? Ух ты, сука. Еще противник. Так, ну давайте как-то проползать. Я сразу в мою сторону. У меня какой-то маячок на мне или что? О, блёд, откуда? Это же 100% был дробовик. Где-то по левой стороне стоит. Бля, 100% он в этом здании. Великолепно. Отгадал.
Или я ошибся, или это уже не русские. Блин, это свои? Как бы свои? Свои. А кто стрелял? Это же прям было очень-очень близко. Ну, там ствол есть какой-то. А ну-ка вылези еще раз. Ху, парни. Только не говори, что ты где-то еще застрял. А, это что? Это что такое? Что это? Что это за звук? Охренеть. Какие-то разрывные, что ли? Вроде как говорили, что мы тут с русскими воюем, а какие-то странные у них языковые новшества. Ой, да ладно. Прощаемся с вами на этом моменте, получается.